Почему люди не слышат друг друга? Хотел пошутить про беруши, но вообще, на самом деле, чтобы друг друга услышать, для этого надо работу провести. Вот, и нужно хотеть услышать. Без этих двух вещей не работает. Есть масса книг про то, как легко общаться со всеми, заводить друзей и так далее. Про что в этих книгах обычно не рассказывают? Я, честно говоря, небольшой специалист по этим книжкам, но мне кажется, что они рассказывают правду про боль, которая у нас часто возникает в отношениях. А это очень важный вообще фактор обучения. Мы учимся через удовольствие и через боль. Вот. Про удовольствие рассказывают, а про боль мало. И что с ней делать, тоже мало рассказывают. Мне чаще всего тяжело общаться с людьми. Может, это просто не мое? Действительно, есть люди, имеющие как бы большую такую социальность внутреннюю, есть люди меньше, такие конструкторы по нашей типологии строятся. Вот. Но на самом деле каждый человек в любом случае хочет, нуждается в социальном взаимодействии. Там другое дело его интенсивность. Вот. Но сказать, что человек может быть психически здоров и счастлив, если он совсем ни с кем не общается, это такого не бывает. Хочется общаться с людьми без напряга. Но вы говорите, что надо о чем-то все время думать. Может, надо просто не заморачиваться? Можно. Если скользить по жизни и по отношениям, то можно не заморачиваться. Если вы достаточно яркий человек, если вы привлекательный в разных смыслах человек, то, конечно, все равно будут появляться люди, которые будут хотеть с вами как-то покоммуницировать. Вы можете как бы попить их, вот, потом побросать. Вот. Но если вы думаете хоть про что-то серьезное в отношениях, чтобы эти люди вас поддерживали, чтобы они действительно были готовы вам оказать помощь там, и так далее, то без работы мысли у вас это вряд ли получится. Как знания о мозге помогают общаться с людьми? Знание о мозге – это знание о потребностях другого человека, о доминантах, о динамических стереотипах. Это знание о мозге – это возможность преодолеть когнитивные искажения, справиться с проклятием знания, с иллюзией понимания там, и так далее. Кстати, всему этому мы обучаем на курсе КТ онлайн с помощью специальных упражнений, которые вы можете поделать, и реально добиться результатов, улучшая качество общения с людьми, понимания и ощущения себя в этом общении, что очень важно. Согласны ли вы с фразой «если надо объяснять, то не надо объяснять»? Нет, не согласен. Вот. Если бы все было так просто. Некоторые вещи действительно надо объяснять, просто потому что у людей другой опыт, по-другому может работать мозг. У нас разные способы думать у разных людей. Мы отличаемся сильно друг от друга, и поэтому очень важно понимать, в чем особенность мозга каждого конкретного человека. Вот. И объяснять, да. Что, если другой человек намеренно не хочет меня понять? Может быть, у вас ощущение, что он намеренно не хочет вас понять. Вот. Если он специально это делает, я как-то не понимаю, как можно понимать, но намеренно не хотеть понимать. Вот. Там, на самом деле, у этого человека какие-то внутри другие установки, другие взгляды, которые вы не учитываете. И вам кажется его поведение странным и рациональным просто потому, что вы не видите ситуацию с его стороны. На КТ онлайн мы проходим эти упражнения, вы увидите, что если вы увидите с другой стороны, реально с другой стороны, что там у человека в голове происходит, то вы поймете, что многое, что он делает, неприятное, странное там, и так далее, вот, это вовсе не специально, а просто потому, что он учитывает другие параметры, которые вам пока неизвестны. Но их можно выяснить. Какая самая распространенная ошибка в общении? Самая распространенная ошибка, и я в красной таблетке об этом пишу, и в курсе про это рассказываю, это иллюзия понимания. Это когда мы вешаем на другого человека какой-то ярлык, вот, мы его увидели в какой-то ситуации, мы увидели его в какой-то фазе, так сказать, его поведения, и люди же, весь мир, театр, люди в нем актеры. И женщины, и мужчины в нем играют роли. Я сейчас немножко искажаю, цитата по Шекспиру. Понимаете? С тех пор ничего не изменилось. Вот. Мы посылаем в мир только часть какой-то информации. Вот. Но другие люди считывают эти части, и из них составляют свою картинку. Вот. Поэтому самая большая проблема – это научиться как бы не достраивать
человека у себя там в голове, а учиться его как бы вынимать, вот так расшелобудить, понимаете, и увидеть там настоящее что-нибудь, ну, чуть-чуть хотя бы, сам малость. Один совет каждому, кто хочет научиться эффективно общаться с людьми. Ну, видите, надо все-таки думать, что они хорошие, вот. И что все, что они делают, не со зла, вот, а по каким-то другим причинам. И тогда как-то легче, вот, больше их понимаешь и лучше живешь. Пока-пока.